На крестьянском рынке города пик продаж сезонных ягод и овощей. Как отмечают огородники, это лето не отличилось богатым урожаем. Это одна из главных причин повышения цен. Так, к примеру, килограмм свежих огурцов в среднем стоит от 80 до 100 рублей. Помидоры от 100 до 120. Свеклу и морковь продают за 65-70 рублей. Капусту предлагают за 40, а цены на местный картофель начинаются от 50 рублей.